Dear colleagues, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить факультет за и оргкомитет за любезное приглашение поучаствовать в данной конференции. Для меня вопрос довольно непростой, и выступать на эту тему довольно тяжело. Я вырос как специалист, развился во времена таргетной терапии. С 2006 года мы начали очень подробно изучать пациентов с несквамозным легочным раком на предмет активации каких-то мутаций и на предмет лечения этих пациентов, например, TGI. Химиотерапия для таких пациентов всегда была своего рода компромиссом с довольно ограниченной эффективностью и довольно скромным влиянием на, умеренным влиянием на выживаемость пациентов. Сегодня я бы хотел поделиться с вами нашим взглядом на терапию пациентов с немелкоклеточным раком легким, с мутациями, без мутаций. Я бы хотел обобщить общие имеющиеся данные и поделиться с вами какими-то результатами работы, проделанной нами за последний год. Ну что ж, давайте поговорим о пациентах без активных мутаций. Я могу начать непосредственно сначала, как это неудивительно. Начало новых эффективных препаратов, первое появление 90-е годы, это платиновые агенты, платина, которое появление ее привело к улучшению уровня выживаемости всех пациентов с немелкоклеточным раком легким. Но я был ребенком тогда и могу лишь предполагать, что в тот момент персонализированное лечение основывалось на противопоказаниях, например, и пациентов либо лечили, либо не лечили химиотерапией, основанной на платиновых агентах. Чуть позднее были обнаружены новые агенты, довольно эффективные в немелкоклеточном раке. В результате крупные программы NIH начались в середине 50-х годов, задача которых был скрининг химических составляющих на предмет подобной необходимой нам активности. Новые лекарства, доцитоксел, венерильбин, гемцитабин, это то, что является наиболее эффективным на момент 90-го года. В конце 90-х становится очевидным, что подобные режимы имеют подобный схожий эффективность и токсичный профиль. Были проведены исследования, это было исследование ЭКОК-1594. Это было такое поголовное сравнение наиболее часто используемых режимов на платиновой основе в немелкоклеточном раке. Результаты исследования не показали в выигрышном свете никакой определенный режим. То есть, если мы говорим об такой общей среднем пациенте с немелкоклеточным раком. Но, тем не менее, для меня это клиническое исследование стало отправной точкой для развития индивидуализированного подхода к пациентам. У нас не всегда есть все лекарства, нам приходится выбирать среди того, что у нас есть, основываясь, безусловно, на профиле токсичности. На протяжении всех 90-х, как я уже понимаю, прочитав много литературы, был способ индивидуализировать терапию в зависимости от возраста и предыдущего статуса пациента. Более пожилые пациенты с худшими статусами не подвергались агрессивному лечению. Однако это было такое направление противоположное развитию. В этой сфере химиотерапия идет от индивидуализации к деиндивидуализации. В начале века было доказано, что пожилые пациенты могут совершенно спокойно проходить лечение на основе платины. И это, в общем, приводит к улучшению общей выживаемости и к уровню ответа на лекарства. Что же касается эффективности, понятно, что возраст как предиктивный маркер является очень важным, И PS2 как предиктивный маркер, безусловно, влияет на общую выживаемость и на ответ тоже. 90-е, тем не менее, ознаменовались взрывом развития микрогенетических технологий. Сквамозные опухоли, не мелкоклеточный рак, это масса всяких различных исследований, и RCC1, например, одно из них. Мы анализировали ткань, не мелкоклеточные опухоли, аденокарциномы, и определяли
Есть ли какая-то корреляция между выраженностью ERCC1 и эффективностью, основанной на платине режимов, имеется в виду в связи с общей выживаемостью? Мы не нашли никакой взаимосвязи, и через пару лет в крупном исследовании рандомизированы, посвященной выраженности значения двух маркеров RRM1 и ERCC, и результаты тоже, в общем, были неутешительными. В контрольном направлении в итоге самые лучшие были показатели. Клинические исследования продолжаются и по сей день. Это результаты исследования 2012 года, два маркера. RRM1, BRCA1. Вот я много литературы прочитал на эту тему и узнал, что в 2016 году уже было проведено исследование, опубликовано рандомизированное исследование с пациентами с выраженным RRM1 и ERCC1, и результат тоже был отрицательный. Есть какие-то новые маркеры, например, ВДП, да, мы видим, что вот первая линия, вторая линия, они могут быть гораздо эффективнее при использовании метотрексата и ТС у ТС больных. Но и в этот момент мы приходим к выводу, что мы не можем определять эффективность и определять наилучшую целевую аудиторию для клинического исследования, основываясь лишь на одном маркере. На протяжении всего этого времени подход поиска